Любовь Мацкевич по образованию финансист. Пришла в центр занятости для того, чтобы найти работу. По словам девушки, вакансий много, только есть одно «но». Обязательное условие – стаж работы. Я обратилась к инспектору, она мне дала номера телефонов тех работодателей, куда я могу обратиться. И вот сегодня я буду им звонить, и в скором времени я надеюсь, что устроюсь на работу. В центр занятости населения граждане приходят для того, чтобы найти подходящую работу. С начала года в учреждение обратилось 365 человек. Среди пришедших есть и те, кто желает получить информацию о предоставляемых государством льготах. Таковых 829 граждан. Численность безработных граждан, зарегистрированных на сегодняшний день в центре занятости, составляет 35 человек. Уровень регистрируемой безработицы по городу Губкинскому на 1 июля 2013 года составляет 0,2%. За отчетный период 2013 года с учета сняты 379 человек, из них 235 нашли работу. Либо трудоустроились, либо нашли себе занятие доходное, то есть открыли свое дело. Центр занятости оказывает поддержку и тем, кто хочет открыть свое дело. В начале каждого года проходит конкурс на лучший проект, и по его результатам выделяется субсидия. За более подробной информацией необходимо обращаться в центр занятости по телефону 5-27-29. В центре занятости находятся два инфокиоска. Помимо справочной информации о пособиях и стипендиях, каждый гражданин может найти подходящую для себя вакансию. Для этого необходимо ввести по запросу свой пол, возраст, образование, и машина выдаст полный список. Список требуемых вакансий не только в Губкинском, но и в округе в целом. На начало июля губкинскими работодателями подано почти 3500 заявок. Наиболее востребованными профессиями остаются водители, подсобные рабочие, горничные, продавцы. Диана Визочель, Шатракаев, новости Губкинского.